Все началось с Греческой площади. Настала оборона Греческой площади. Это дальше. Да? Вы заметите, здесь называется Куликовое поле. Куликовое поле для русского человека и вообще славянина – это Куликовое поле. Да? Всегда была защитная граница была так, России. И вот сегодня, в 2016 году, то же самое, опять на Куликовом поле стали на защиту. Защиту нас. Они же не знают, что будут убивать их так, как сейчас. Но приехали убийцы. Приехали настоящие убийцы. Они убивали на Майдане людей. Они приехали убивать. Они заходили в комнаты, не расстреляли этих людей. Просто убивали их. Просто не... Да, они... Все не сопротивлялись. У них не было оружия, они были мирные.